Как-то больше. Вот эта ручка синенькая на голос. Вот, следующий, вот я сейчас еще спою не очень веселую песню. Ну, в принципе, ну, задача моя, в общем-то, не веселить. Вот, кстати, хочу сразу сказать о своем творческом принципе. Вот в том году тоже был творческий вечер мой, тоже было немного народу, я там об этом говорил. Но просто я вот принципиально пишу песни. То есть можно, я просто послушал прошлогодний вечер и обнаружил, что я, в принципе, то же самое сейчас говорю. Ну, вот, допустим, есть группа Сплин, да, есть манеры писать песни, вот как вот в голос придет, и так вот, что пошло, так, и припев. Та-та-та-та. Вот. В принципе, я тоже так могу, но вот я принципиально хочу делать какие-то другие вещи. Вот это принцип творческий. Я просто это хочу подчеркнуть, да, почему. Вот, может быть, это не всем близко, может быть, как-то все привыкли к какому-то другому способу выражения. Вот. Я очень сильно фильтрую то, что я хочу сказать. Вот. И я специально какие-то вот действительно отсекаю те вещи, о которых я не хочу говорить принципиально. То есть я могу о них сказать, вот, но я не хочу. Вот. И поэтому все, что остается, вот то, что я сегодня продемонстрирую, это уже сильно отфильтровано, и именно этим довольна. Я считаю, что вот это как раз то, чего я действительно достиг, и именно вот это я и хочу лично я предложить всем остальным, ну, там, миру. Да, вот. Может быть, это не всем близко. Вот. Но я просто еще раз хочу подчеркнуть, что это принципиально, да.